Всем добрый день. Ребят, ну, у меня хорошая новость. Вышло солнышко. Сегодня 5 июня, суббота. Еще вчера мы с вами все тут горевали из-за дождей сильнейших. А теперь вот вам, пожалуйста, солнышко. Как я и говорил, в субтропике все меняется очень быстро. Народ уже фотографируется на качельках. И сами смотрите, сколько людей уже гуляет по улице. И с каждым днем все будет больше и больше и больше. Сейчас поздороваюсь и пойду дальше. Ну давай. Пойдемте на набережную, сейчас там наверняка. Не меня, я думаю, меня опять зовут. Сейчас там наверняка полно народу. Пойдемте по солнечной сторонке. Кто-то еще ходит в курточках, но я уже переоделся по летнему. Все, у меня уже шорты, сланцы, а мужчина, он, видите, в куртке, правда, снимает, я решил все-таки. Да, там еще такая куртка, я вам скажу, зимняя. Вон девушка в куртке, но, правда, осенний. В большинстве своем все-таки уже летнее. Идемте на пляж, идемте прогуляемся. Температуру подсмотреть я забыл. Но она явно там не меньше 19 градусов, это точно. Чебуреки, мабуреки. Чебурек 80 рублей здесь тоже стоит. Вот. Ведерок есть. Но настроение уже совсем другое. Летнее, я бы сказал. Владимир не пришел сегодня торговать своими китайскими очками. Ну а все остальные, кто занимается продажей вот таких вот одежды, продуктов питания, торгуют. Не хочешь такую футболку с надписью «Сочи». Видишь? Как можно не хотеть такую футболку? Фрукты, овощи, все уже на месте. Слышна работа бензопилы. Это, я так думаю, что просто пилят бревна, которые нанесла море. Я так думаю, что вы уже видели ролик с надписью «Что натворило море». Пляж Калипсо. Да нет, открыт вон, пожалуйста, пойдемте погуляем. Некоторые барышни собирают, кстати, вот такие корни, всякие веточки, делают из них всякие там куделки. Но купаться еще не купаются, вот видите. Все режут, все рубят, приводят пляж в порядок. На пляже прям практически аншлаг все-таки. Я бы так это назвал. Кто-то уже загорает. Кто-то еще нет. Ну, правда, аншлаг такой, не июньский, не июльский. Точнее, не июльский, не августовский. Я попробую войти сейчас в прямой эфир. Если мне это получится. И показать вам все это в прямом эфире. Ну, вот такая ситуация сейчас на пляже. Выносят дорожки, тропинки. Дети играют. А море почти успокоилось. Вон мужчина даже пытался купаться. Но решил сбежать с него. Кто-то лежает, загорает, кто-то просто сидит, дышит морским воздухом. Пляж, конечно, изменил свою геометрическую форму, так сказать. Видите, здесь появились большие булыжники, весь мелкий камень ушел вверх. Охрана, не охрана, а спасатели. На месте.
Санька только не вижу. Где он? В общем, лето возвращается все-таки, ребят. Не знаю. Возможно, оно над нами еще поиграет, пошутит. Кто его знает. Но пока складывается впечатление, что все хорошо. Я так думаю, денек-другой море успокоится. И вот таких вот девушек в купальниках будет гораздо больше. Представление идет в дельфинарии, Колизей. А в эфир я так и не могу выйти. В комментариях читал, что хотя бы пускай солнышко выйдет, хотя бы чтобы дождя не было. Так вот, нет, были комментарии, что хотя бы дождя не было. А вот тут дождя нет, и солнышко. И народ прибывает на пляж. Уважаемые офицеры, выйдите с воды, пожалуйста. Вот так вот. Выйдите с воды, пожалуйста. Нельзя, нельзя в воду. А я иду на причал, где я закончу этот ролик. Вот так вот. Как видите, утром еще здесь было очень много всяких веток, палок. А сейчас все поубирали. Работает, работает, действительно. Вот так вот. Я заметил, что последние 2 года точно спасатели работают на совесть. Кто-то так любезно приотодвинул эту полочку, которая мешала Витальке выйти на море. Это... Ну а на причале уже появляются столики. Ну и людей, как видите, немало там вдали. За рекой. Заработали качели, хотя может они и работали, я не обращал внимания. Даже катающихся вижу на колесе обозрения. А вот с этой стороны пляжа, вот в районе МЧС, вообще никого людей нету почему-то, я не знаю. Ну и досок нету, бревен тоже, смотрите, все поубирали, молодцы вообще. Оперативно сработали вот сотрудники пляжа, навели порядок вот с утра пораньше. Занимается наведением порядка. Сейчас пойду до той части причала, покажу вам вид на море. Кстати, обратите внимание, опять же, что где-то там вдали море бирюзовое, только вот где-то здесь все подпортила речка. Всем добрый день. И еще раз, температура согласно чокнутого при этого термометра на палово 3+25. По факту не скажу, проверю дома. Всем пока. Ну я еще погуляюсь по набережной, как вы понимаете.